Разбившийся в аварии Сергей Коробченко. Я живой труп. Артист и многодетный отец рассказал о своей личной жизни. Перенесший несколько лет назад автокатастрофу, Сергей Коробченко полностью восстановился. Сейчас актер активно снимается. Даже принял участие в работе над короткометражным фильмом своего старшего 19-летнего сына Глеба от первого брака и старается уделять каждую свободную минуту семье. В браке с Полиной Невзоровой Сергей воспитывает 5 детей. «Я сильно привязан к семье. Понимаю, что моя обязанность – нести ответственность за близких. Мы с женой вместе почти 10 лет. Время пролетело, как один миг. Семья – это труд, а любовь – стремление быть единственными друг для друга. Надо понимать, что безоблачными отношения быть не могут. Главное – хранить верность любимому человеку», – заявил Коробченко, которому на днях исполнится 45 лет. Нужно осознавать границу, где заканчивается любовь и начинается самолюбование. Игра в чувства. Мы с Полиной стараемся подавать пример своим детям, поскольку семью строим на честных отношениях. То и ребят просим быть верными, последовательными, добрыми и искренними. Мат и злоупотребление алкоголем в нашем доме не приветствуются. Семью мы строим на православных основах. Понимаю, что без веры я живой труп. Существовать без Бога – довольно утопичные занятия. Получается, все, что делаешь, бессмысленно. Умрешь и конец. Глупо как-то. Цитирует Сергея Коробченко Стархит.